Внимание! Чего? Девушкам нужно, чтобы мы тупо были рядом. Если тебя не будет, будет кто-нибудь другой. Если бы в прошлом году Боря послушался Женю, этого бы не случилось. Может быть, мы вечером увидимся? Я сегодня уезжаю. В Париж с Франсуа. Ты что, реально ничего не помнишь? А это кто? Это твоя Оля. А где она? Дома, наверное, сидит, тебя ждет. Значит, в Париже мы будем через 6 часов. Я согласна! Я пошел домой. «Елки-2». Идем на сближение.